Ну что, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Сегодня мы с вами будем играть в заправку. Вот. Сейчас я отрегулирую тут всякое. Тут так. Тут сюда. И это вот и это. Так, сейчас очень быстренько я тут закрепляю всякого. Так. Все. Ну что, так надо еще себя смотать. О. Что это такое? Мне не надо. Кто ставит новую игру на первое место? Вот зачем? Зачем? Чтобы я начала новую игру случайно? Сейчас я ручки кремом намажу. Когда игра загрузится, я на стоп поставлю. О, дядя. С сомнительными, я не знаю, предложениями. Две секунды делов, сейчас тут мега быстро всасывающийся кремом просто такой, и руки его всасывают. Мне сейчас хоть бы каким, а то совсем что-то тяжело. Тяжело. Так, что у нас тут? Вы внизу, да? А, мне просто отсюда показалось, будто он в маске черепа. У него так цвет лица отличался. От... О, тут же и это вот это работает. И мои эти оболтусы работают. Ну тогда чинить. Надо еще знать, что у меня там в магазине есть, чего нет. Так, что у тебя? А что у тебя? А. Колесико, дверь и зеркало. Радио не работает? Да, не работает. Так, зеркальце. И царапка. А чё, не уезжаем? А, еще одну. Ну, у тебя и запросы. Может, еще масло там поменять, не? Давай, давай. Так, клиент указ. Так, у меня работают. Хорошо. Я не могу. Тут такая быстрая игра, надо. Тут у меня, да, поломалось? Нет? Я не помню, мне надо было пойти? Да. Надо было через вот сюда. А это значит что? Это опять там просто мусор нападал, его надо крокодилу скормить или что? А, можно же быстрее теперь. Или с этой стороны? Ну, сейчас проверим. По-моему, можно было. Ага. Ой-ой. Да слышишь, ну, ротик там подвинул бы свой немножко. На. Чё, ты не ешь, что ли, больше? А, другое дело. А
хорошо устроился. Пластик жрет. И плохо ему не становится. Вот это я понимаю. Стекло. Что там еще в мусоре может быть? Да все что угодно. Металл. Да. Здорово. Все. Все в порядке. Ня-ня-ня-ня. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Угу. Ну все, открывать надо. Привет, здравствуйте, Саша, здравствуйте. А ты что тут делал? А, убирал, наверное. То я думаю, он не имеет права. О, он не имеет права. Это моя работа, вообще-то. Так, второе колесико. Что он как-то не очень-то и убрал. Мусорные пакеты валяются. Ладно. Так. Масло. А масло есть? Есть. Да нет. Так, 1800. Эти там убираются. Так-так-так. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Мне вот что странно, что у меня целая бутылка уходит на вот это вот. Мы же ему налили не так и много. А, что, она не уходит, что ли? Уходит, вот она как мусор. Ну нет, так не... Слышишь ты? Сколько хочу, столько тут и стою, мешаю. Иди. Так, у нас тут что? По товарам надо посмотреть. По товарам надо тюлюнькать. Тут мороженого надо разместить. Угу. Мороженое заказывать. Табак нет пока. Ну, можно другой, но чем? Еда. Еду немножко заказать. Напитки разнообразить, а то у меня один айран стоит. Для машины, в принципе, не надо. Газетенки есть. Угу. Топливо, возможно, я не помню. Надо посмотреть. Ну, можно заказать, решим не будет. Так, а тут... А, еще детали. Колесики, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Угу. Именно так и идет счет, если что. Царапки. О, все по скидке. Может, на продукты не хватит, но мне это мало волнует. А вот если вот так, мне хватит денег? Да. Здрасте. Ля, стрим начался с растрат. Ну да. Хорошо, водички попить. Ой, хорошо. Так, у меня 800 рублей. На складе места хватает. Великолепно. День добрый, королеве бензоколонки. Здравствуйте, Вус-Вус. Кстати, классный фильм. Мне очень нравился. Ну и до сих пор нравится. Просто я не часто смотрю. У меня под Новый год настроение пересматривать все вот это вот дело. Сколько там денег? Это что, это 294? Ну, кто так делал? Вот автор игры, ну кто так делает? Черта не видно. Так, авиатор у нас был, котелок тоже был. Ну ладно. Все, 62 рубля. Да. Ля, теги порезали. Да. Теги были порезаны.
Автомойку я открыла. Ой, простите, а вы долго ждете? Я забыла, что ее открыла. Ну, как бы я открыла, но забыла. Понимаете, и такое бывает. Как там менять-то? А менять насадку? Ага. Что такое? Кто это? Я отошла за пределы, где можно этим пользоваться. О, Илон, здравствуйте. Бензин, да я заказала, вот Илон привез. Вчера пересмотрел «Инспектор ГАИ» и сразу вспомнил вас, увидев героиню Марины Лифтовой. А я не знаю, кстати, что это, я не смотрела такое. Даже интересно, ну-ка. Что это такое? «Инспектор ГАИ». Ля, тоже что-то древнее. Я, понимаете, человек простой. Я могла что-то еще и видеть, но не помнить название, потому что я с родителями очень много раньше смотрела. Поэтому я очень часто название не помню, описываю маме или кому-то, типа, мам, а что вот это мы за фильм такой интересный смотрели? Там вот это и вот это. А, это вы тоже тут сигналите. Да я еще не вошла в колею, это же игра, сплошной стресс. Что ты бегаешь, роняя кал туда-сюда, туда-сюда. Там ждут, здесь открой, там заправь, тут продай. Ой-ой. А что это за милашка-стримлер тут всем заправляет? Хе-хе, это я. Здравствуйте, Eternal Rival, здравствуйте. А ты сразу заедешь, да? Или мне надо закрыть-открыть? Ага, хорошо. Это спасибо. Сплошные деды на стримах. Такая стример-то тоже. Чай не 16. Я вообще обожаю предновогоднее вот это вот телевидение, когда эти все старые фильмы крутят, и ты такой, да, и смотришь. Сейчас мне надо кое-что сделать, пойти сейчас. Ну, не то чтобы это прям срочно, ну, типа срочно. Сейчас, секунду, еще мои эти салаги бегут, надо будет сейчас всем заниматься самой. Секундочку, сейчас приду. У стримера было очень неотложное дело. Прям очень. Ему нужно было пойти срочно попробовать соджу. Я же купила себе соджу, и мне так хотелось попробовать что-то такое. Я вспомнила. Я не буду его на стриме пить, так и быть. То иначе, что есть соджу? Соджу. Алкоголь корейский. Вот, на стриме я, естественно, пить не буду. Но после стрима я попью. А он вкусненькое, со сливой такое, сладкое. Ням-ням. Вот. Я все пытаюсь найти себе вкусный алкоголь, и вот пока ничего не находила, и вот это мне понравилось, в принципе. Пойдет. Опа, опа. Это что, автобус? Это автобус. О, да уезжай ты уже, уезжай. Да ты чистый, чище. Нет никого в этом мире, чел. Сколько тебя можно мыть? Да там касса. Дай. Ну все. Так, эти пока подходят только. Для меня вкусный алкоголь — это коктейли. И мне. Причем коктейли, где алкоголь слабо чувствуется, и в основном там какой-то какая-то добавка из цитрусов или еще что-то такое. То есть я прям не особо любитель. Но вот это вкусно, мне понравилось. Теперь буду знать, что брать.
Надо еще товары сейчас будет разложить. Надо. Так, разместить 10. Печеньки эти есть. Все, есть забито. Тут вот это. Не влезает. Алкоголь я не брала, да. Для машин разместить все. Упс. Если все размещаешь, то эскейп не стоит жать. Но так-то и не поймешь. Шапки сейчас... Ну, подождут на кассе, что я могу сделать. Я одна, а их много, понимаете? Я как учителя вот это в школе. Вас много, а я одна. Ну, и ведь ничего не скажешь. Справедливо. Все, иду. Иду. Ня-ня-ня-ня. Клиент у гаража никуда не убежит. Это радует. Но ведь почти все вкусное, кроме водяры как раз. Не-а. Мне не нравится. Не знаю, я не люблю вино. Мне невкусно. Я могу чуть-чуть выпить. Там, знаете, у меня есть кружка с олафом. Она 250 миллилитров. Я половину от нее могу выпить, и то мне так тошно становится. Вот не мое это вино. Шампанское вообще ненавижу. Это какое-то издевательство над людьми. Оно вообще все невкусное. Отвратительное. Ну, водка, туда же виски слишком с коньяком для меня какие-то. Они слишком спиртовые и горькие. Туда же ром. Текила тоже срань какая-то водошная. Лимончелло еще куда ни шло. Пойдет, она сладкая. Мне очень нравился Бейлис. Но мне же его нельзя, потому что там сгущенка и это молоко в составе и всякое такое. Вот, и такой же, как Бейлис, Шеридан был вкусный для меня. Но там состав такой же, поэтому в минус. Ликеры я вкусные пила когда-то на Мальте, когда была. Я там покупала ликер. Вот если бы тут такой продавался, я бы его пила. Он, короче, из кактуса делался. Сладенький такой, розовенького цвета. Ой, уэй, это было самое вкусное в мире пивство, так скажем. Вот. Что там еще? Вот это рыжий такой напиток, как его? Апероль. Тоже невкусно, не нравится. Даже коктейли с него, с апиролем мне не нравятся, когда там цитрусы добавишь, еще что-то. Смотря какое вино. Ну, я много вин пробовала, мне просто не нравится. Вот и все. То есть у меня родители и там друзья семьи, никто не пьет какое-то что-то дешманское, да? Покупают обычно хорошее вино, но я сколько вот... Я всегда пробую все, что они пьют. Мне просто интересно, мало ли что-то бы понравилось, но мне ничего не нравится, я такая мей. Я люблю ходить в рестораны, где делают вот это разбавленные коктейли. Вот это для меня, знаете, там вот так вот, как я обожаю, в кавычках, когда люди говорят, вот так вот алкоголя, да? А остальное вот так вот, это сок там какой-нибудь цитрусовый, еще что-то, вода, я не знаю, что они там делают, чтобы его разбавить. В общем, вот это моя тема. Так, что там? Здравствуйте, Отто, здравствуйте. Девушка, у меня в чеке 15 литров пробито, а по факту вы залили 14. Как решать проблему будем? Ну, знаете, там, пока вот я заливала просто, бензиновые пары, они выпаривались, знаете, и там это на улице жарко. А пока вот это, ну, как бы 15 литров было влито, а там выпарилось немножко. Как бы я при чем? Ну, а? Я же и пью тоже раз в 1000 лет, ну типа раз там в полгода или раз в год, то есть я не любитель. Я если буду на празднике пить, то не будет праздника. Потому что я сразу спать хочу. Ну, типа, я иду спать. Все, меня нет. Какое веселье, когда спать пора. И все. Вы не долили? Вы тут про испарение не надо? Да, в смысле? Вообще-то было испарение. Ну ладно, хорошо, мы решим с вами этот вопрос. Просто дайте мне ваш номер карты и сзади код CVV, я вам вышлю на карту деньги.
Хорошо. Ну, а лучше просто ее сфотографируйте с двух сторон, мы решим этот вопрос. Рот то зашел с текилой? Что вы хотели сказать? В смысле? Я сейчас, товарищ модератор, за вот такие вот слова в адрес стримлера дам вам бьют, а он вас лишит этих модерок. Придется опять бота вызывать, чтобы он вам дал. Опять переродитесь. Но мне не нравится в чистом виде вот это все. В чистом виде я не люблю. Там просто спирт. Я чувствую спирт, и все, и мне невкусно. Разливухи, ага. Пару раз выпил, отравился и умер. Ну, не умер, но все равно. А мы с друзьями почти все, что находили, пили. Ну, у вас-то и желудок крепкий, да? А, подождите, может, я и не буду пить? Мне завтра в больницу. А, щит. На, посмотреть, там можно пить или нельзя? Ну, тут, конечно, и градусов-то чуть-чуть, но... Типа... Ага, конечно. Уже бегу, да, знаю я таких. Ну ладно. Да я не такая, вы чего? То вам встречались просто недобросовестные люди. Я же хочу мирным путем разрешить нашу проблему. Пу-пу-пу. Так, у заправки, да, кто там? Ням-ням. Сколько вы пробовали? Это вопрос был? Ну, там знака вопроса нет. Ну, я всякое пробовала, но мне невкусно. Но не в разливайках, нет. Так, сюда что? Темненькие, светленькие. Угу. Так, тут у нас все стоит. Угу. Тут надо айран этот разнообразить всяким, а то что-то чересчур. Так, алкоголь у нас заканчивается. Сюда нечего вставить. Газетки. Газетки надо заказать. Шапочки пока висят. Тоже надо заказывать. Очков хватает. Шапочки, газетки, сигаретки, алкоголь. Угу. Шапочки. Шапочки, газетки. Что по газеткам? Так, алкоголь. Угу. Можно еще автохимию. Такую. Например. Чипсики. И попкорн. Как насчет сидра? Да у меня стоит в холодильнике он. У меня на него настроения нет, пока не хочу. Ну, у него срок годности большой, пускай стоит, может, до конца лета еще появится. Я его только летом и пью. Когда жарко, и вот хочется чего-то такого. Уже кондер включила на максимум вентилятор. 26 градусов. Когда там прохладнее станет-то? Сколько можно? Меня весь день не было дома. Я вот даже вот сказала в 16:40 начну, а начала в 16:50, по-моему. Я не успевала ничего. Я приехала, у меня тут пылесос пылесосил, у меня кавардак, у меня все вещи. Знаете, вот это стул на стуле, стол на столе, на кровати Ричика домики, ступеньки, еще что-то, вентилятор. Ну, короче,
Я пока все это быстро расставила, еще этот стрим надо на 4 платформах поменять название игры, название стрима, для оповещения, добавить хэштегов, добавить картинку, там вот, ой, короче, я такая, ой, и у меня аж кондиционер не работал, просто были закрыты окна и балкон, и тут такая жара, тут 29,5 градусов, и это прям мощно. Какая бутылка будет ждать по приезду домой? Кого? Меня? Месяц спиртного не пил. Александра забайтила на сегодня заказать пивка. Да, а знаете песню? Губит людей не пиво, губит людей вода. Так что все в порядке. Разочек, один раз, как говорится, да? Можно. Александра, вы плохо влияете на людей. Ну, знаете, если я так влияю на людей, то я могу, ну, и хорошее прививать. Вот только, ну, дайте мне что привить. Я начну тут агитировать. И того гляди, это... Я надо это, продавать всякие товары, рекламу, знаете, я буду вот это капать на мозг. Пассивно. И все. Ну да, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Ты будешь заказывать? А, занято? А, у меня уже эти работают оболтусы. Полный мусор. Это он, наверное, сам разберется, нет? Доставка у ворот. Надо еще мойку открыть. Беп. Беп. 100% людей, пивших воду, умирают? Ну. Давай, давай. Так, полный мусор он убрал. Тут никого. Что же тогда с теми, кто воздухом дышит? Да, мы же еще из-за того, что дышим, мы стареем. Представляете? Уйди. А масилка я заказывала? Нет, ну его и так. Так, что тут? Два стеклышка, колесико, царапка. Предлагаю не дышать и стареть не будем. Ну да. Ладно, удачного вам бизнеса. Мне еще поработать надо перед футболами. Хорошей работы. Хорошего вечера. Спасибо, что заходили. Давай, давай, иди. Здравствуйте, мужчина. Ну все, чистый, прям вот как вот с завода. Так, эти работают, а мне пока и заняться нечем. Побегаю, что ли. Тут, кстати, Дениска где-то рисовал. Надо закрасить. Токсичный малый. Ох и да. Ту-ту-ту. Да уйди. О, шифтовать нельзя. Ну что ты будешь делать? Король Денис. Угу. Так, ну по деньгам у нас нормально пока. Денис был здесь, мы поняли.
Тяжело было не заметить. Да и не услышать это хихиканье мерзкое. Такой у меня рыженький, да? На всякий случай. Он же и на этом здании рисовать может, правильно? Я думаю, да. А как эта надпись переводится? А спросите у товарища модератора. Он вам ответит. Чё так грязно? Ну ладно, он заправляет, сейчас уберет. Я слежу за тобой. Давай, давай. Хорош, молодец. Так, а мне пока и заняться нечем. Вам, кстати, если вино и шампанские не нравятся, то попробуйте шампанское айс-ти. Оно довольно дешевое и сладкое, шопа пэтс. И мне не нравятся газики в шампанском еще. Я ненавижу газировку, в принципе. Вот газировку. Я не люблю пузырики. Я иногда в охотку могу там раз в 500 лет выпить кока-колу. Ну или что-то такое, да? Ну и вот эти пузырики вот эти вот. Как люди пьют газировку? Газировка это вообще что? Это... Вот как можно было эту гадость создать? Как вы это пьете? Те, кто пьют. Я когда пью, у меня аж от, вот, от пузыриков, аж горло внутри вот здесь горит так больно. Ненавижу газировку. Так. Зеркала и царапки. Шампанское создание дьявола. Вот-вот. Оно какое-то кислое такое все время. Гадкое вот это кислое. Ой. Какое-то терпкое. Я не знаю, как это описать. Оно настолько гадостное. Я вот сколько не пила разных шампанских. Такое, фу, дрянь. Но это не носок. Ну что вы обманываете товарища модератора? Вот знаете, есть видео такое, где Плющенко, по-моему, рекламирует чупа-чупсы. Он такой говорит, что сосут чемпионы, да? Вот. Второе слово там не носок. Понимаете, да? Автомойка. Что это? Ой, да и не так далеко отошла. Я раньше с этим шлангом доходила до мусорки, по-моему. Ну, ладно, буду сквозь вас мыть. Все чистенький. До свидания. Вкусный, блестящий. Угу. Ля гигача. Вообще. Ты не ту машину моешь. Ну, я его тоже помыла. Вы не заметили просто. Сигарет надо заказать. Угу. Угу. Айран как-то... Не хочет сдавать позиции. Покупают все, кроме него, понимаете? Он так и лидирует на полках. Какой ужас. Угу. Табаку надо купить. Возможно, даже топливо. На самом деле, так и выглядит Казахстан. На всякий случай тоже куплю. Место позволяет. Мороженое разнообразить бы. О, палочку вот эту возьмем. И какао. Головных уборов хватает. Очков и подавно. Автохимия. Что-то новенькое есть. Давайте вот это. Хорошо. По топливу. Надо. Мы можем что-то улучшить, например. Да. Автомойку за 1500. Надежность насоса. А что еще? Мастерская. Замена аккумуляторной батареи. Не, у меня... Ну ладно. Мне в подарок же не дадут батарею. Мне придется ее закупать.
О, хорошо. Так, так, так. Значит, тогда сразу. Аккумуляторы пока не по скидке. О, да. 70 рублей стоит сколько? Да ты шо, обалдел? Колесиков много не бывает. Все, мы снова бедны. Илон мчится. Угу. Клиент у гаража. И у автомойки тоже. Ну, повисите пока. Простите, мадам, мне сказали далеко не отходить, иначе заберут шланг, поэтому... Пип. Что, доставка уже? А. Да иду, иду, господи. Мишка-барабанщик. Обалдеть. Можно побыстрее заезжать. У меня как бы там клиенты. Как бы у меня там заправка топливом. Угу. Иду, иду. Беп. Угу. Разместить все. Разместить все. Так, что у нас тут? Два колесика. И все. Ох и да. О, сейчас начало легчать немного от кондиционера. М-м-м. До свидания. Так, у этих заканчивается рабочий день. Этого домываем и закрываем автомойку. По ночам никто не увидит, насколько грязна ваша машина, поэтому... Ночью автомойка не работает. Угу. О, господи, что это за звук был? Я испугалась. Все, закрылось. Никто не хочет этот айран брать. Господи боже. Заберите айран. Слишком вкусный. Да-да-да. Да повесь ты её. Угу, все, 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 иду. Все хотят, чтобы кто-то другой попробовал.
Бутылочка одна и рано ушла. Спасибо. Клиент у гаража никуда не убежит. Ну и все. Надо еще двоих нанять, чтобы по ночам работали. Я тогда буду просто ничего не делать вообще. А что, дядя, так не вот это и вот-вот? Да вот, да. Ну, я и не подходила лишний раз, знаете, к этому. К телефону, но он и не звонил. Не пробила. Блин, так хотела башенки строить, что забыла пробить. Ох и да. Сейчас будет ругаться. Будет ругаться. А куда банка улетела? Видели? Обалдеть. А можно я дважды пробью? Ну, пожалуйста. За ту, которую не пробила. Фига, вы что-то печку растапливать собрались? Куда столько газет? У нас такой ветер. Я когда с Ричиком гуляла, мне в песку в глаза как надуло. Ужас. Моя мечта ничего не делать. Ну, в плане делать то, что захочу и когда захочу. Ну, а кто бы так не хотел? А у нас дождь. Вот повезло кому-то. Хвастается он тут, понимаешь ли. Ух-ху-ху-ху. Только что кончился. У нас, если дождь бывает, то, знаете, он, ну, типа, 2 минуты. И все, и больше никакого дождя. О-хо-хо-хо. Так смешно смеется. Две минуты не приговор, капать. Вчера меня даже почти сдуло. Ого. Что там за ветра такие у вас, а? Так. Второе колесико и зеркало, да, у него, по-моему, левое? Я не запомнила. Помню, что 2 колесика. Ну вот прикиньте, какой ветер был, да. А, батарея. А как ее менять? Тут будет мини-игра какая-нибудь то. Нужно новый, да? Хорошо. Сейчас. Угу. И чё, и чё? Опа. Клемму снимаем. Так, опа. Опа. Чик-пык. Давай, опа. Опа. Легко. Ту-ту-ту-ту. О, что, меня ждете? А я вот она. Тут как тут. Стримлер шарит. О, знали бы вы, сколько раз мне приходилось аккумулятор заряжать. Я тоже каждый день заряжаю аккумулятор. Мы поняли. Мы поняли, товарищ модератор. Хорошо. Сколько там на вашем этом Самсунге? 2,5? Или может больше?
Ой, ну простите. Каждые 1.5-2 дня, да я не о том спрашивала. Ой. А какой у вас рост и вес? Мне так для справки, выживу ли я у вас, если... А, или мне лучше с якорем переезжать? Ну, мне-то точно с якорем. С двумя, наверное. А об чем? А вам скажи, вы же не поняли? Вот вы же не поняли, значит все. Вот вы и не прошли провер очку. Так, подождите, вы же не одни. Стримлеру лучше не приезжать без привязки к КамАЗу. Не, ну я на самом деле-то не вешу там 20 килограмм, понятно. Ну, нормально так вешу. Здравствуйте. 1600. Надо улучшать, что там, мойку, да? Чтобы можно было дальше улучшать заправку. Это он сейчас с чем зашел? А, это у... Это у нас там стоит волк. Я думаю, он что, с чучелом волка зашел, или у него собака под мышкой, или что происходит. Ясно. Одно на другое наложилось. О, можно купить пневматический молот. Но зачем? Денис купить? Соблазнительно звучит. О, как соблазнительно. Я подумаю на этот счет. Если у меня сейчас деньги останутся. А у меня как раз и останутся. Там улучшение 1000 стоит. 1500, блин, не останутся. Ну ладно. В следующий раз. Двадцать один? Да не, ну, хотите, скажу, если вам прям интересно, сколько я вешу? Ну, типа... Я вот за последние пару дней... Нет, за недель поправилась, потому что я пирожные ем. У меня настроение такое, знаете, пирожное. Ну и к маме там захожу, вкусненько ем, да? Кто-то я обычно... Мне лень готовить, и я... Ем такое... Всякое. А там прям первое, второе, третье, десятое. Ой, носик чешется, носик. Вы там скоро, нет? Еще 2 часа им спать, ну что ты будешь делать? Great job. Merci. Nice. Не, мне все-таки придется со стримлером ехать. Тогда нас сдувать не будет, ля, хитрый какой. Со стримлером, говорит, ехать. Угу. Стримлер не может весить больше 25. Да ну не, вы чё. Конечно, может, должен и нужно. Это нездоровая какая-то фигня. Чё, и колёсико, и всё? Ох, да. А тут гремит. О, сейчас бы у меня так погремело вот там. Дождика бы такого мощного, чтоб прям аж вообще похолодало на градусов 8. Вот так-то. Да, будет 20 там чем-то. 3. О, это вот это говнобуря. Потом опять это убирать все. Ой, ой. Я-то думала, это гром, гроза, тощ. Да, ну у меня не прям 150. Рост. У меня 153, по-моему. Я давно не мерила. Ну, вот так где-то. Да какие 25? Вы 25 просто не видели, Ота. Вам надо посмотреть. А что смотреть? 25 килограмм это плюс-минус, как вот вы видели когда-нибудь модель на уроках анатомии, да? Вот скелет стоит. Вот, ну, вот это примерно оно.
Ну вот да, стримлер на вид 40-45. Ну вот стримлер 46, я вам так скажу. На продуктов разложить. Угу. А то Айран один стоит, а его брать никто не хочет. Я могу их понять. Я бы тоже не брала. Тут у меня все расставлено, здесь тоже газетки разобрали. Угу. Продуктики чуть-чуть можно расставить. Мороженое тоже бы. Угу. Сигаретовое. Здравствуйте. Опа. Это хорошо. Ну все, можно идти и открывать. Водомойку. Машиномойку. 46 это автомобильный регион Курска. Это судьба. А придется брать. Я бы вас на откорм взял. А я и возьму. Айран. Я запуталась в сути вашего разговора. Кто там и что брать собрался. Ну, стримлера то я поняла про 46-й регион. Ох, да. Тю-тю-тю-тю. Тю-рю-рип-тю-рип. О, у меня уже хватает на перфоратор там решил. Интересно, я его когда куплю? Мне дадут какие-то новые задания? Или я могу... Что я могу им делать? Возможность новых построек, там, или модификаций, или что-то. Я зачем его сейчас куплю за 600 рублей? Вообще, может, я его и не куплю? Хотя бензин я только закупала, наверное, не надо пока. Ну, я имею в виду не критично. О, смотрите, 251.699. 46 это я столько от груди толкал, когда гирями занимался. Какой же стример маленького. Ну да. Это было? Кто это? Так, мешок сам выкинешь, хорошо? Мне тут машины помыть надо. Ой, можно еще какую-то активность? Я хочу еще что-то интересное. Только мне интересное, там, тюнинговать машинки бы, вот это вот. Гаражик открыть. Тачку на прокачку, вот это вот. Стримлер гиря записал. Да уезжай уже чистый, господи. Спасибо, звук, что залочился. Очень здорово. Приятный такой звук. Услада для ушей. Просто невозможно, когда уже это прекратится. Спасибо. Ох. Так, ну, что я могу сказать? Там, в общем, да. Надо ехать на Руди убирать. А мне бензина не хватит, скорее всего. Ой-ой. Но если быть точным, то две. Отсюда. Стоять, не толкаться. Я песок убираю. Ну-ка, стоп. Уйди. Уйди. Я тут главное. Слышишь ты, я сейчас на пробел нажму, я стою, все, ты меня с места не сдвинешь. Я вообще-то меня не сдвинуть, понял? Ты меня не сможешь сдвинуть. У тебя не получится. А вот я тебя смогу при желании. Ну, а получи. Ту-ту-ту. Доставка топлива. Ну, сейчас, сейчас. Тут Руди пока разгон наберет.
Ля, с полицией борется. Вообще. Так, клиент у гаража. Угу. Здравствуйте. Бип-бип-бип. Бип-бип-бип. Было бы здорово, если бы они на азбуке Морзе что-нибудь там Морзе вот этой вот бибикали. Черненькие, чуть-чуть пиковые. Пип-пип-пип-пип. Вот рассигналились, а, ну ты посмотри. Блин, полка с айраном вообще просто. Надо ничего не выставлять, тогда, может, айран разберут. От безысходности. Ну, пить-то хочется. Мой носик чешется, носик. Вот это фрути давно не было, надо закупить. Автохимия, что у нас тут? Очистка колеса. О, это мне помешает. Шапковые. О, полицейская шапка. Фига. Шапку из фольги никак не это. По дешевке не продадут, ну. Так, очки хватает, но я на всякий случай вот эти возьму. По-моему, у нас ни разу тяжелых не было, поэтому. Что там по деньгам? 988, да? Что такое? На складе места нет? Так, в смысле? А в корзине у меня товар остался, вот набранный, мне интересно. Ну, вот если его не это. Ну, как же так же? Что значит нету места? Можно потом еще Морзе зашифровать в Энигме и добавить эту загадку в Нэнси. Там будет военный шифр. Угу. Так. Тут нового никого, да? Угу. Странно, почему у меня места так много на складе. Вроде все растыкано. Чё, корзина пустая? Ох, ну. Ну хорошо, хоть цены не поменялись. И на том спасибо. Не буду. Шо? Взломать автомобиль, дядя? Мало места на складе. Да чтоб вы там срались. Дядя, иди в жопу. Я не буду в этом участвовать, дядя. Да мне тут надо все убирать. Пошел в жопу этот склад, потом закажу. Все. Дядя, я не умею, дядя. Багажника нет, да? Проезжайте.
Как там? Дядя, говно такое. Нельзя открыть. Старые часы. Ну, а как забрать-то? Все, мы забрали. Я надеюсь, это не тень полицейского автомобиля. О, бля. Вот как это должно работать? Вот дальше что делать? Вот что дальше делать? Как это провернуть? У меня вторая отмычка в руке, видели? Как это вот что? Тут где-то тонкая грань? Чисто вот в каком-то провороте это открывается или что? О, бля. Постер. У вас больше нет постера. Ха-ха. Закрыто сложный. Сейчас разгадаем, подождите. Сейчас. Сейчас. Опа. Ага. Легкий. Все, стример научился. Чуть-чуть. Да вниз, блядь. Он не пускает вниз. О, опустил. Да вниз. Да что? Почему оно инвертированное? Ну, инверси... Короче, вы поняли. Не работает? Что, выше надо было? Пусто. Дядя, 4 багажника вскрыто, дядя. Машин нет багажников. Я сейчас вас помою и закрываюсь, вообще-то. А на автомойке можно багажник вскрывать? Ну, конечно. А уезжай уже. Всем плевать, понравилось тебе или нет. Понятно, не тут. Ясно. Блять, как обычно, автобус приехал. Я же не успею, дядя, я не могу, я одна. Дядя! Тут тонкая грань такая, обалдеть. О, дядя, чтоб ты всрался. Худший дядя в мире. Со своими заданиями, говна. Да в смысле, вот же только что было, все хорошо. У этих нельзя открывать. Дал бизнес рабочая, она недовольна. Так у меня автобус тут приехал, заправка. Все на мне. Взломать эти багажники. 4 штуки осталось. Там машины не поменялись пока, нет? Я не помню, какие были. Каких не было. А можно вскрыть этот автобус? Так, эти маленькие, их не открыть. Да, все, это все старые. Ничего нового. Дядя, 5 минут, дядя! Ох, ну... Не быть нам воришкой. В смысле? Только если воришкой наших сердец. Кстати, знаете, необъяснимо, но факт и очень смешно, что после фотографии с кольцом у меня -3 подписчика в телеграм-канале. Это очень смешно. Люди такие, ох, но. Она что, замужем? Я больше не могу ее смотреть. Что-то я орнула с того мощно. Вы же ж айдол, да, мне ж нельзя вообще просто пукать, если кто-то против. Или пукать не так, как хотят другие, или еще что-то. Ничего нельзя. А то все, минус любовь.
Подожди, я твой трогала? Нет, не знаю, не помню. А если я ваш трону, вы будете злиться? Ну, мне просто очень надо, блядь, там дядя. Был бы у вас такой дядя, вы бы тоже боялись. А что, так можно было? А, лол. Что тут мешает, я не понимаю. Чуть выше? Чуть выше он наоборот не едет. Ну нет, это не вариант. Подождите, а почему тут не получается? Ой, уйди. У меня две отмычки осталось, что ли? Я тут с отмычкой просто так, на самом деле, хожу. Чуть выше, это чуть выше. Подождите, не до вас, ну. Вы уже уезжаете? Ох, ну. Они уезжают, они уже уезжают. Вас я взламывала только что, да? Дядя, 3 минуты, дядя. Мне 2 машины осталось, ух, ну. А клиента в гараже можно? О. Дай мне. О. Надо отправить кого-то отсюда, потому что иначе же... Начальный, да давай быстрее, блядь. Нельзя. О, все, мы в жопе. Мы... О, блядь, еще это невидимая стена после смены. О, да я не могу вперед пройти, какого стресс, нервы. Я не успеваю, я ничего не успеваю. Мне бы... Да ехай отсюда уже. Сколько там? 2 минуты, 2 минуты. Да иди, иди уже, иди. Никому не интересно, рад ты или нет. Всем все равно. О. У меня сейчас другая обязанность. Мне надо другим заняться, очень важным. Блять. Важный взлом машин. Да, а то потом дядя нам жопу взломает. No. Да ну насрать. У этих нельзя вскрыть. Вот этой не было машины, да? Сложный. Да у меня 2 отмычки осталось. Все, я в минусе. Отмычка 2. Я не открою сложный с первого раза. О, бля. Блядь. Все, мы не... Мы не пройдем. Отмычки нельзя купить, да? То есть дядя дал мне немного отмычек на это дело. Ну я такой человек, мне надо было давать много вообще-то. Не уезжайте, я еще взлом не закончила, подождите. Хорошо, у меня есть еще один шанс, у меня есть еще один. Средний, есть легкий? Блять, да почему средний? Ладно, ну тут пан или пропан, понимаете, 40 секунд. А, 2 отмычки, тю. Я думала, они заканчиваются. Что напугали-то? Чуть-чуть вот сюда, да? Вот, нет, вот так вот. О, дядя не убьет меня, господи, дядя! Фу. Две отмычки на попытку взлома. Угу. Сейчас куда-то улетел товар. Я даже не знаю, где он был. Ну, типа, он был невидимый. Уважаемый стримлер, все забываю спросить, а наш американский друг... Больше не объявлялся. Ой, там такая история смешная. Он меня звал поиграть в Overwatch, который мне очень надоел. И звал меня во время учебного этого года, который у меня, ну, трындец какой насыщенный. И у меня не было времени ни на что, кроме учебы и стримов. И то это было очень стрессово совмещать, не совсем комфортно порой. Вот, и обиделся и удалил меня из друзей, из Discord-канала. Такие дела. Поступки взрослых людей. А вы думаете, кто колечко подарил? Что ж вы заруинили? Я вам тут свадьбу уже организовал. Да мне такие не нужны. Нестабильные.
Да, это автоподстава. Ты видела, как шапка твоя улетела? Я что ли? Ох, да. Смазала шапку солидолом или чем там, я не знаю, пока я не видела. Угу. Шапка под текстуры вот этой вот конвейерной ленты залезла и такая, а я кто куда, а я вот, ну. Угу. Вы забыли добавить, что он вам недавно писал на стриме? Да, он что-то написал там, одно слово, и ушел. Ну вот опять бутылка улетела, это моя вина. Они ее кладут вот здесь, вот так вот, и она улетает. Это специально все. Это все провокация. Фига ты накупил. Я надеюсь, дядя не будет в следующий раз просить взломать 20 автомобилей. Я просто не хочу. Понятно, все, потраченного времени жаль. В смысле, куда, кому, где? Что? Ничего не понял? Но очень интересно. А, на друга американского, да уж. Кстати, это у меня второй такой товарищ в жизни, который вот так вот странно себя ведет. Удаляет это всюду и такой, все, я обиделся. Я взрослый мужчина, но я в душе 5-летний мальчик. Я так с этого кекаю всегда. Я столько времени в Яндекс Транслейт потратил. Вот опять это чуть не подскользнулось. Бочка это, ну как ее назвать? Цилиндр. С этим, с чипсиками. Вот она сейчас застрявшая в текстуре, горлышком вниз была. Я ее начала двигать, она начала дрыкаться. Но это, ну, это недоработка очка, я считаю. Так нельзя. Да и плевать, такие друзья нам не нужны. Ну это да, это факт. Найс. Все, иди. Эти лодыри, когда они уже проснутся, а? Сколько можно? Каждый раз уходят, и все трудности на мне, ну. Здравствуйте, что у вас тут? Колесико и зеркальце. Понял. Вот ГГ уже без сна 26 дней, нормально, только сама с собой разговаривает, называет кого-то чатом. У нас вон модератор есть, он лучше 1000 таких друзей. Ну, это да, это да. Что есть, то есть. Тут. Дядя? А чё не звоним поблагодарить своего этого племяшу? Дядя, алё. Не, ну, конечно, когда не косячишь, никому не нужен. А как только вот ошибся раз, так и всё, минус жопа.
Перфоратор надо купить. Ну что там, пневматический молоток? Да, и что с ним буду делать? Не знаю. Парковку можно открыть? Можно? Можно. Нужно. Все. На туалет денег хватит? Здорово. Автобусная остановка нельзя. Можно еще колонку купить. 1500, но у меня столько денег нет. Лотерея за 8500? Все, мы на это собираем чат. 8500 надо. Надо напитки заказывать. Там газетенки. Да положь. Так это задание только репутацию дает, как я понял. А, да? Я думала, дядя накажет. А получается, мы нарушали закон, рискуя жопой ради репутации всего лишь. Ну нет, так не пойдет. Сейчас приедет цементовоз, и в ближайший месяц будем отбивать цемент этим молотком. Спасибо. Что тут происходит? Ну, проехать не можешь. За тебя ко мне никто на заправку не приезжает. Все, паркуйся. Нет, ей обязательно туда надо. Нет, ты туда едь. Все, ты на парковочном месте, успокойся. Мадам, ну что с вами случилось? Нет, она вот прям хочет туда и все. Ну вот посмотрите на нее. Сейчас успокоится, да? И успокоилась. Да-да-да, девка за рулем. Девчонка за рулем. Дай, ну, я... Что вы там кекаете, а? Что вы кекаете? Потому что я пролезть не могу с колесом в руке. Кекаем, да. Я вижу. Я вижу. Так, деньги появились, это здорово. Надо заказывать еду в аду. Так. Там же место должно было уже подосвободиться, я надеюсь. Пятьсот двадцать один и 600. Угу. 599.
А, надо перфоратор достать, посмотреть, что. Может, скажут, пойдите туда, сделайте это. Ну, я не знаю, ну, перфоратор и все. Я буду его так называть. Ну все, вы чистенький. Понятно, что. Ну-ка, где мой молоток? Что с ним делать? Вы не можете использовать молоток, когда станция открыта. В смысле? А зачем он нужен? Обучение для пневматического молотка. Меняйте стены автозаправки, а также ее интерьера. Нажмите F для перемещения кассы или мусорной корзины. Жмите R на кассе для редактирования очереди. Что? О, не, я не хочу. Мне так лень разбираться. Я ничего не понимаю. Это что-то сложное. Высокоинтеллектуальное, по-моему. Не? Бесполезная вещь, короче. Угу. А стоило сколько рублев? Ох, и да. Потом зальем. Ля, какая махинка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жовтенькая. А если я наперед уберу вот эту кучу? Ну, смотрите, вот там еще куча есть. А! Там же тоже, наверное, что-то можно будет построить потом. А вот так засчитают, типа, я убираю, нет? Ну ладно. Опа, а вот так. О, другое дело. Так, надо мыть уже кого-то. Ну, сейчас, сейчас. Побежали. Бип-бип. Давайте. Радио не работает. Ох, ну. Оно как-то с самого начала плохо работало. Обалдеть, сколько товаров. Да сколько можно-то? Что есть? Угу. Иду, иду. Мадам, и вас тоже. Да не за что. Так. Интересно, а мы можем сами в лотерею выиграть, как это обычно бывает? Да. Такое. Опять колесо багуется, смотрите, прыгает за мной. Или наш работник за 70% от выигрыша. А 70% работнику? Что-то жирное. Я обосрался в написании. Нам, конечно же. Вот-вот. Думаю, какой смысл мне от этого, от этой махинации. У меня работников тогда не останется. Все будут знать, что здесь золотая жила. Будут приходить, выигрывать в лотерею. И что, у меня никто работать никогда не будет.
И я еще буду 30% получать. Ну, сейчас вот. Почему? Я не перестану злиться. Почему на вот это уходит целая баклажка? И все. И она непригодна. Я ей там 2 миллилитрика налила, чтоб ты... На, подавись. Ну, в самом деле, ну как это так? Да ненормально. Здравствуйте. Нет, так задолбаешься мыть. Все задания... А, выполните все задания. Ясно. Я думала, все задания выполнены. Можете улучшать свою заправку. Пу-пу-пу. Он такой, блин, нет очков, которые мне нравятся. Ну вон, на, бери. Аран покупаем? Блин, я опять его купила. Не буду его ставить. Мы так весь прилавок заайранен. Бля, сколько алкоголя. Алкоголя. Обалдеть. Как это не будем? Я через всю Америку за ним ехал. Блин, на чё она не пикнула? No, no, no. Yes, yes, yes. Слишком далеко этот аппарат стоит нам, прям на край экрана вот это вот. Вот бы я так тоже в магазине, знаете, мне случайно что-то не пробили, я такая, не, я вам не верну товар, чтобы вы его пробили, я еще потом буду возмущаться. И плохую оценку вам поставлю, чаевые, ну, чаевые не даем, но тем не менее, да, типа. Еще и пожалуюсь. Угу. Не, ну вы же с первого раза его не пробили, все. А еще посажу чела, который будет им какую-то муку постоянно на эту ленту сыпать, что она не едет нормально и постоянно грязная и грязная. У-у-у. Как-то мне пробили два продукта, я пошел обратно в магаз, чтоб его пробили. Там, наверное, мне не пробили два продукта, да? Или что? А то как бы вам пробили, а вы пошли обратно, чтобы вам его еще пробили. Ну, получается странно. Мало пробили, да-да-да. Да, у меня нет. Не, у меня нет. Давай, давай. Так, мне нужно починить авто. Все остальное у нас выполнено. Угу. Да-да. Так что у вас тут пока ничего, понял. Два колесика, царапка масла. Ту-ту-ту. Опять этот пришел. Жалко, перфоратор не работает. Я бы, конечно, с радостью на нем бы его использовала. И почему его шваброй нельзя прогнать? То есть я могу толкать машины,
Ну, прогнать Дениску я не могу или могу? Подождите. Вот это как-то... Нет, это на него не действует. Ну, это нечестно. Да пошел ты в жопу. Ничего, ничего. Я найду твоих родителей. Сдружусь с ними. Приду к вам в гости. Моя месть, она, знаете, подается холодной. Спеку торт, в котором в креме будет суперклей. Или просто клей, как белый крем. В перемешку с нормальным. Там, например. Ну, мышьяк слишком. Хотя... Я что-нибудь придумал. Я придумал. Или просто слабительное буду. Я его буду угощать пирожками каждый день. А туда слабительное подмешивать. Это тоже великолепная месть. Ох. Чтоб он какал и какал. Да, чего не уезжаешь-то? А диарея ведь тоже умереть можно. Если она очень продолжительная. Не, у меня не такие методы, товарищ модератор. Это, наверное, что-то какие-то ваши, да? Что-то из личного советуете. Я таким не пользуюсь, не. Такими методами. Но почему? Ну, не знаю, не знаю. Даже не знаю. Эти еще спят. Топливо. Надо чуть-чуть. Нам надо 8000, да? На лотерею. 8800, нет? Было бы забавно, если бы 8800. Pretty much what I asked for. В четверг, кстати, выходной. Ну, я об этом напишу, но это точно прям. Без вариантов. Блин, заигралась в башенке. Мне нельзя таким заниматься. Ох, ну. Oh, baby, I don't think so. Чё, не приехала? Да-да-да, проще. Вы это к этому? Именно. Именно к этому. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Четверг свиданка. Да, уже там второй брак буду заключать. Угу. Там это, знаете. Там цветы на свадьбу выбирают. Вот мы шутим, а ведь дошутимся. Да. Дошутитесь. И масилка вам, да? Тоже целую. Вот эту вот перевести на 3 литра, да? Ой, на 3 капли. Ладно бы 3 литра. Они идут сколько? Я не помню. 2,5, 5.
Что вот это вот буль-буль-буль? Это была вот вся вот эта вот канистра? Ну, конечно же. У меня такой гадюшник тут. Но я убирать не буду. Я что-то хотела купить. Да, детали. Аккумуляторов немножко. Масла надо взять много. Штук 15. Колесиков. Штук 14. Царапки. Ну и пошли в жопу. Все, сейчас будем бедные. Обалдеть какие. Не, нормально. Фига там FPS куда-то улетел. Что, опять взламывать, дядя? Не. Шутки шутками, но меня сейчас некому подменить. Я очень за вас рада, у вас там, да, задание какое-то. Угу. Моим оболтусам еще 2 часа спать. Ну, меньше. Час чем-то. Уже час. Они 8, да, приходят? Женщина в очередь. Угу. И ладно бы мы что-то прибыльное нашли. Ну да, мы нашли какой-то плакат. Ну типа... Да в смысле? Да идеалочно сейчас было, алло. Все, они работают. Я могу заняться делом. Тут нет ничего. Там доставка. Сложный. А сейчас, если сигнализация сработает, ну, типа... А я рядом. Ну, это критично. Блядь, чуть-чуть ниже. Уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи-у. Кто же это был? Боже мой. А я не знаю, можно ли это слово зачитывать, товарищ модератор. Знаете, вот, как бы... Угу. Вот и я о том же. Поэтому осуждаю себя. Да-да-да. Все, давай уже. Ехай. Вот это мне нравится. Красиво. А что у них вот может быть? Ой, не тем взламывать буду. Начальный у них? Почему? Я бы не сказала, что он начальный. Мне все так же сложно, блин, как и со всеми остальными. Да откройся ты уже, ну, гадость такая. Не ломайся, пожалуйста, не надо. Дядя-милиционер, который стоит за спиной, я ничего такого не делаю. Угу.
Идеально же, ну. Только деньги, а мне деньги зачем? Не уезжайте, я еще не взломала. Спасибо. И куда? Чуть выше, да? Ой, деньги. Тоже мне подумаешь, надо, оно мне больно. Лицо водителя после этой фразы, да-да-да. Так, два колесика. Фига срач. Ну, я думала, он придет, уберется, а что-то он не убирается. Может, он только мешки может выносить? Но вроде нет, он забирал раньше колеса. Может, мешком ему проще будет, чем по одной детальке в мусор носить. Не знаю, как это работает у него. Стримлеру не нужны деньги, записал. Ох, но... Ну как же так? Теперь вот это всю жизнь стримить бесплатно, работать бесплатно. Он записал чат, он все записал. Ох, ну. Эх. А кушать тоже бесплатно? В магазин зашел, взял, что хочу, да? Или нет? Вы куда? Стойте. Ой, не то. Начальный. Сейчас я это тут, в общем, я бы это тут чуть-чуть, просто я шалю. Там дядя $1000 за это дает, по-моему. Сложный. Все как я люблю. Безбагажниковые. Не пускать безбагажниковых. Стой! Понял? Не понял. Ничего не понял. Все понял. Почти. Вот так. Да, он дает 10 плюсиков. А, он даже 100 рублей дает за это. Ох, и да. Слушай, ты как-то вот с уборкой плохо справляешься. Все самой, все самой. Хотя бы мешки выкинь. Ну, выкинь мешки. Ну, что ты... Выкинь мешок. Побежал он. У-у-у. Научилась теперь ее не остановить. Все машины будут обнесены. Да. Варищика на стримлере. Теперь мое любимое животное... А, теперь любимое животное стримлера медведь? А почему? Подождите, а медведь почему? А почему медведь? А, потому что, типа, я поняла, из-за воришка. У меня не сразу прошла ассоциация. Я-то в первую очередь думаю о животном, а не вот это вот все. Зеркальце. Царапка. Так, так, так. Надо бы открыть моечку. А в свободное время можно развлекаться. С этим вот сложный. Угу.
Легкий. Ну все, это был самый легкий замок в мире, а больше таких не будет. Да блин, где? Я не понимаю. О, но поздно поняла. Кто это был? Алярм. Чуть-чуть сюда. Нет, чуть-чуть туда. Чуть-чуть сюда. Сюда. А у вас чего? Чуть-чуть сюда. Нет, чуть-чуть туда. Куда чуть-чуть? Так, как там по красочку? Крашу, да? До этого воровством занималась. Я человек простой. Блин, шифтовать же нельзя. С отмычкой в руке. А кто это сделал? Ну да. Ну тут он, по-моему, не рисует. Хотя странно, почему бы и нет. Ну это я с его позиции. С моей позиции он бы пошел в жопу уже давно. Не, я знаю, кого называют, да. Но просто до меня не сразу дошло. То куда, а мы в жопу, а вы-то почему? Вроде бы каждого из вас не Денис зовут. И это не вы тут. Говните мне стены, поэтому почему? Тепло и уютно. А вы, получается, знаток, да? Ну, то есть, бывалый, да? Ага. Хорошо, так и запишем. Тю-тю-тю. Сколько еще? Три клиента. Все, эти сейчас наработаются. Опять я одна останусь. Опять одна останусь. Ох, на. Шапков нет. Но вы держитесь. Так, ого, все газеты раскупили. Так, пить, есть, шапки, табак. Короче, надо все покупать. Топливо? Топливо тоже. Так, айран не берем. У меня места хватит? Денег-то точно, блядь, не хватит.
Ну игра. Я хочу все. А сколько можно? Сколько можно? 609. Игра. Так, они отдыхают. Ну все. Я бы еще купила два фургона, я же говорю, чтобы они ночью работали другие. Ой, я на пробел нажимала. Ну, извините, я запуталась. Мойка работает. Почему? Потому что. Ой, откуда вас столько, а? Ужас, ужас. Извините, конечно, но у меня там клиент тоже есть. Что не купите? Кого? Сотрудников? Ну, потому что для них надо покупать для каждого фургон, который то ли 1000 стоит, то ли сколько. Я как бы могу, конечно. Опять половину пролила. Ну, камон. Что значит опять? Ну-ка там это, отставить. Супер. А, почти невидимая стена. Так, что у тебя тут? Колесика два, а зеркальца. До свидания. Айран, берите, говорят, такая вещь вкусная, просто обалдеть можно. Угу. Чё, у меня сигарет? Ну? А я не заказала в этот раз, да? Good
А ведь если так сказать про потенцию, ну, поведутся же. Так, колесики мы не берем. Чё, места нет? Обалдеть. Подождите, да? Сейчас, секунду. Кто, если не я, расставит товар, верно? Слушайте, ну могли бы там и потише смывать, в самом деле. А что ему стесняться? Ну, действительно. Четыре тысячи. Ну, там еще на бензин немного уйдет. Зашел покакать, за все уплачено. Но это уплачено, если он хотя бы заправился там или купил что-то. А если нет, туалет-то там на нем ценника нет. Там женщина не сидит какая-нибудь, которая 2,50, 10,15, там сколько, я не знаю. Давай открывай, слышишь? Что, без этой же... Что? Отдай. Без нее не откроется? Ох и да. Входи. Да-да-да, 5-10, 15, 5-го, конечно. Да не на что. Да давай, заказывай быстрее. Пустите. Пообнимали столб. А у меня места нет. Есть? Это хорошо. Как там? По 500, да, фургоны? Вам нужно обновить станцию? Ладно. Ну, я хоть одного в ночь могу поставить. Just as I wanted. Mm-hmm.
Так. Нанять. Майами или Хуан? 3. Угу. Ну, Хуан явно лучше во всем, поэтому... Да? Шо, опять? Ой, ничего не видно. Ох, ну. Сейчас опять позастревают. Так, два колесика, зеркальца. Последний, да, клиент? Для улучшения. О, да. Обалдеть, там шин. Как у них так получается? Разбивать само стеклышко, но никак не повредить вот это вот. Что они для этого делают? Так, все, эти работают. Это мы сейчас ночную смену пропишем. Улучшите свою станцию до 5 уровня. Это я сейчас знаю. До свидания. Стараются? Основная работа, что он там умеет, я не помню. Давайте... Что-то холодно. Ну-ка, иди в жопу, кондиционер. Убираться. Так, ремонтировать не дам. Кассиром пускай работает, вторая убираться. В ночь. Оплатить автоматически. Что такое премиум? А, мы ему повышаем навыки, типа. А в чем конкретно? А, те, кто зеркала бьют, все, поняла. Угу. А как это подвинуть? А, вот так, странно, ясно. Надежность моторчика. Как улучшить станцию? Я сейчас не туда деньги немножко вложила. Но у меня-то их не хватит теперь. Ладно. Ладно, поработаем немножко ручками тут. Хорошо. Не уезжай, я еще взламываю. Ты не имеешь права, я еще взламываю. Нет! Я не пущу! Стой! А, гадость такая. $300 не хватает, капа. Ну, ясно, ясно. Мы ведь у них с багажников достаем какие-то плакатики, там что-то еще. Надо посмотреть. Оно, наверное, в портфеле где-нибудь, да?
Да, он, смотрите, трофей рыба. Что? Обалдеть, это я рыбак, между прочим. Да. Потом приедет он, этот чел, к нам на заправку и такой, это же моя рыба. Я скажу, это моя. Понял? И что он мне, как он докажет, что это его рыба? Никак он не докажет. Вот так вот. Все, мы в плакатиксах. Хотя лучше их поставить на самом деле вот здесь. Ага, тут нельзя. Ну и пошла я в жопу. Так, он чего-то плохо убирает в последнее время. Очень плохо. Но я не буду из принципа это все трогать. Отсюда. У нас футболка под цвет машины. Здорово. Наверное, ваш любимый цвет зеленый, да? А я на самом деле же это гадалка-ведунья. Вы думаете, как я догадалась? Ну, снизошло. Угу. Да. На сегодня день каубоев. Так, так, так. Чупеньки. Хорошо. Тут все, тут тоже, да? Угу. Так, так, так. Не, понимаю, он там заправкой занимается, убирает то там, то здесь, но как-то слабо. Надо еще улучшить, я забыла. Деньгов хватает, а я и забыла. Ох, опять красить все. Какого хрена оно вот это все подвинулось? Не там, где надо было. Ох, но. Теперь опять вот это расставлять, что-то красиво. Как я его... Ага, вот так. Да что там, после бури, что ли, кто-то застрял? Нет, опять кому-то надо просто на это место. Вот кому-то опять надо. Машину без водителя нельзя подвинуть. Значит, этого пока завалим. Ну, стой. Я тебя не пущу, понял? Так вот зачем перфоратор, чтобы кассу к стенке прибить. Да он просто побибикать приехал. У меня новое письмо. Ну, это что, у меня заправка расширилась, да? У вас нет подсказки. Ну, племянник, даже я не знаю, как это понять. Посылка с этой новой игрушкой пришла без отправителя, без списка содержимого и только с надписью 51 сбоку. Я спросил своих парней, попросил своих парней попытаться расшифровать инструкции, которые были внутри этой штуки. Но они придумали только... почему бы тебе не прочитать? Прожектор может быть настроен на выстрел высококонцентрированных тяговых усилий. В одной из двух конфигураций притяжение будет тянуть любые перемены к себе, обрабатывая их для легкой утилизации.
Тяговое усилие может быть настроено либо прилипать к поверхности, либо отскакивать от нее. Установленное количество раз. Ну, если это не зловеще, то я не знаю, что это такое. Я думаю, тебе просто нужно поэкспериментировать и узнать. Только не навреди станции или себе, пока ты на ней. А что, с прожектором? Стань художником. Если ты можешь победить их, не можешь их победить, присоединяйся к ним, не так ли, племянник? Нет-нет, я просто шучу. Во всяком случае, вы порядочный взрослый, и если пытаетесь научить этому маленькому... Блядь, я не могу сейчас, я не могу читать, у меня же не получается сегодня. Если пытаетесь научить этому маленькому врагу правильным примером... А, то есть это... Это не я неправильно читаю, да? И в отличие от его детской банки, у вас в руках профессиональные инструменты. Итак, давайте посмотрим, на что он способен. Ты можешь рисовать всевозможные формы и рисунки практически на всех поверхностях вашей станции. Я считаю, что ты даже можешь поместить дизайн поверх другого дизайна. Вот тебе и творчество. Ты также можешь стереть дизайн, который вам больше не нужен. Наконец, постарайся не перебирать в общей сложности около 200 дизайнов на всей станции. Знаешь, как говорят, племянник, меньше да лучше. Если ты чувствуешь, что того, что есть, недостаточно, можешь разблокировать дополнительные шаблоны дизайна, обновив свою станцию или просто купив их за наличные. Ну, Пикассо, покажи нам шедевр. Предлагаю украсить все утками. Ну что-то некрасивое такое, а? Ой, господи, дуралей. Я должен признать, прогресс, которого ты добился, не может не вызывать восхищения. Нет ничего постыдного в том, чтобы называть тебя не просто семьей, а деловым партнером. Но все же ты должен мне немного денег, не так ли? Расслабься, как только у тебя будут деньги, просто позвони мне. На этот раз без спешки. 5000, дядя. Ну что ты будешь делать, а? Ну, дядя, ну... А все. Расчехляй перфоратор. Да, будем дядю идти наказывать. Зомби-медведь? Что? Ну, либо это плакат, либо это зомби-медведь. Ой, это эти в отпуск пошли, да? Приперлись. Мне надо было что-то сделать. Так, он сейчас будет их плохо обслуживать, но это такое дело. Шапок нет, но вы держитесь. Ничего нет. Надо заказывать. А еще дядя душит. А еще топливо надо. Простите, а это у вас айран продавали? Ну, было дело. А что? Три колесика.
Ну теперь-то не на время. Поэтому можно не спешить отдавать дяде ничего. Обойдется. Все играют в дополнение, а мне еще часов 80 до него. Эх. А чё эх? Ну вы сами так захотели. Чё вздыхать-то, ну? Я вот не играю, зато смотрю дополнение. Сегодня продолжу. А завтра брюквину. Так, он на кассе и убирается, да? О, это я могу тут подсобить немножко. Не нажалась. А, его еще не... Yes. А можно побыстрее? Спасибо. Илон не спешит. Угу. Ну, для него же это хобби. Правильно? А так у него свой бизнес есть. Так, надо все заказывать. Я слышу, но я не могу. Я занята. 513 уже из 600. Какая досада. О-о-о. Так, газет куча, автохимию. Опять взламывать авто. Угу. Детина прибежала. Да, прибежала. Гадость такая. Ой-ой. Все колесики на тебя уйдут, ты знал? А расплатиться, я так понимаю, он натурой решил, да? Ну так не пойдет. Готовьте деньги. Ой, смотрите, в резьбу не попали. Какой ужас. Разворотим сейчас тебе все. Звучит двусмысленно. Так, что там? Масло и царапки. А колесики надо тоже заказывать, между прочим. О, блин. Так меня раздражает теперь вот эта пустота, которая за кассой. Но тут в дальнейшем появятся детские игрушки. Туда можно будет их поставить, но все равно. Но бесит. Здравствуйте.
know you. Клиент у заправки. Подождет. Как проще стало, когда есть кто-то еще на подмогу в ночную смену. Тоже совсем. А давление на мойке все меньше и меньше, капа. Да. Понял. Ясно. Forest painting. Обалдеть. Ого. Это все мое? В смысле? Это все куплено? Это... Мы кондиционер у кого-то своровали? Жесть. Старый гроб. Ну, тут поставлю. По-моему, великолепно. О, нормально. А зомби-медведь тоже тут? А зомби-медведь! Обманули, получается. Ох, ну. А что такое? Карточки. А куда их использовать? Ну, это те, которые мы искали, я так понимаю. А, вот, карточка зомби-медведь. Это для каких-то игр или что? Дракон, зелье. Знаете, цветов много не бывает. Кислородик. Красота. Все в них хорошо. Ой, цветочки, мои цветочки. Это же все можно продать. Да, мы продадим. Такое у нас есть, поэтому мы продаем. Тоже продаем. Картина болота. Некрасивая. Не люблю рыжий цвет. Вот этот вот. Они мой плакат сняли. А я думаю, он же у меня висел. Soul Blight. О. Картина лес. Вот тут возле пива не видно. Ох, ну. И она некрасиво висит. Вот некрасиво и все. Кондиционер это мой. Светильничек у меня еще был тут где-то. Угу. Да, сюда. Угу. Фига она огромная. Куда его впихнуть? Я потом над этим подумаю. Так ракета же, ну да.
Да уезжай ты уже, господи! Сколько можно? Душнило, а? Чё они мне все обнулили? Ну чё, я красить теперь должна это? Ну что это такое? Ох и да. Обнуляторы. Не буду красить. Не буду. Не буду. Ракета. Мне не нравится вот этот гроб. Уберем. What is wrong with you? Так, так, так. Кто-то там что-то плохо пощупал. Не-не-не, кондиционер нам нужен. Алло. Нет, часы мне не нравятся. Угу. Капец, все, еще и раскупили, все, опять заказывай. Ой, ой, шапки. Мебеп. Все, Айран вернулся на прилавок. Товарищ модератор, можете приезжать за Айраном. Лично для вас расставили тут это. Так, мороженое, табак. Топливо. Чуть-чуть можно. Так, детали. У меня колесиков совсем нет. 3 штуки закажу. Блин, антицарапки тоже дорогие. Да не туда. Так, напитки вроде есть, но так по одному можно. Закусковые тоже есть. Ну, почему бы и да? Интересно, мне места хватит или нет? Шляпа из фольги! Да. Не хватит, конечно. Ну, сейчас это уберем что-нибудь. Этот склад. Нефтяная бутылка? В смысле? Нефтяная бутылка? Какая такая бутылка? Какая такая нефтяная? Да хороший, иду я! Господи. Бип, бип. А, масло машинное. Good job.
Не, мне линию перекрашивать, там же еще целая часть, я лучше в один цвет уже. Я сейчас склад пойду розовым разрисую. Пускай сигналит, пускай подождет. Ничего страшного. Подождет. Я жду доставку, и они меня подождут. Бип. А, перевели. Я даже не обратила внимания. Блин, как тут мусор выкидывать по-дурацки? Ну, где ты? О, я поэтому и не расчищаю ничего. Я даже взять ее не могу. Она просто, она все. О, боже. Как же здесь управление сделано здорово. Вот это вот мусорно-выкидывательное. Гадость такая, да ляж ты уже. Меня ограбили. Что? Да я тут на 2 секунды отошла выкинуть мусор. Ой, сука. Все, никаких больше уборков. Вот этого Дениса, его на кол мало посадить, вы понимаете? Можно сторожевую собаку просто заведу и там вот сажу ее, да? И она будет за жопу его кусать постоянно, каждый раз. Желательно бешеную собаку там завести. Никому об этом не говорить, чтобы его укусили, а его не успели вылечить. Да когда-нибудь что-то подешевеет тут, кроме вот этого, ну, в самом деле. Ой. Так, колесики. Вот ровно 3, вот как раз для вас. Понимаете? И все. Больше не для кого. Thank you.
Здесь какое-то баговое место, в общем, здесь. Багованное. Там. Тут вообще дырочек нет. А там есть, но мы криво на них попадаем. То есть тут мы на них вообще не попадаем. А там криво. Я даже не знаю, что хуже. Плохо все. Колесом в патруле, да, конечно, мощно. Но, я не знаю, он просто сделан из железа, этот ребенок. Ну, абсолютно все равно. Чем в него не кинь. Я надеюсь, на вас не закончится мощность. Ну, а то как-то будет это... Грустненько. Дай залезть, ну. Я невидимый мусор кидаю. Вяжите его и ко мне, я по кусочку переплавлю на зубы. Так, теперь я заправляю. Помимо прочего. Сюда никто не приехал. Надо было не закрывать, может, он хотя бы туда упал. А потом вы скормили его крокодилу. А у меня колесиков нет, стойте. Нет, они не хотят дешеветь. Ну и не надо. Ну и подумаешь. А что за взаимодействие? Я не хочу в баскетбол играть, спасибо. Гонки? Не, мне как будто бы одного не хватило, да? Автомата этого бесполезного. Капец, их можно покупать. А зачем? А зачем? Чтобы что? Waiting for что? А, нет, не знаю, нет. Ну, это типа ждут заказа, но зачем эти карточки вообще? А здесь только машины расставлять? Автомобильная игла, это что такое? Рекламный щит. Пальмовые. Пикник, что? Не надо. Я хочу, дайте пикник. Ну да, игра, ну дай. Куда столько пикников? То не хотела нажиматься, то нажалась. Какие там дяди деньги отдавать? Идет он в жопу. Нет, он мне не нравится повозку. Сами ставьте. Место для костра. Давайте одну. Что? Обалдеть. Недостаточно денег. Ну ничего, в следующий раз. До максимума давай пикник. Я надеюсь, они оптимизировали. Помните, мы зимой наставили здесь светящихся этих украшений, и оно так лагало. Сейчас как миллионы попрут. Так это просто внешние декорации. Там даже никто сидеть не будет из людей. Еще и так далеко. А зажечь хотя бы можно этот костер?
Что? Обалдеть, принудительно еще выкинут меня отсюда. Угу. Ясно. А, вам мне нечего предложить. Ладно, царапки могу. Там что-то на пикнике было про отдых клиентов. Так-то для клиентов, а не для вас. Ох, и да. Хоу-хоу-хоу. Не, он делает это. Ху-ху-ху-ху. Такой смешной. Все, стой, колесиков нет. Торгуешь, да? Молодец. Я пока порисую. Нет, на мойке есть какой-то клиент. Мусор выкинешь потом. Ля, у нас тут красиво стал. Да выпусти, стена невидимая. Ну что ты? Это я понимаю, мойка. Вот это да. Тут бы еще автоматик поставить, чтобы еду, воду покупали пассивно. Не только там, в магазине. Хы-хы-хы. А вот бы автоматическую мойку, да. Ну, с какой-то стороны ее можно автоматизировать, если вместо меня это будет делать кто-то другой. Надо немножко тут машинки потрогать. Непонятно, как трогать, я не понимаю. Понимаю. Упс. О, газебо пейнтинг какой-то. Как понять, куда? О. Чё прям? Да можно не инвертировать вот это вот. Да уже вот почти, уже же вот. Оно зачем-то инвертируется иногда. Потом дрыкаешь, и оно такое ха-ха. А я уже внизу. Не понял. Какой-то постер. Угу. Так, мне надо машину заправить. Сейчас, секунду. Невидимая стена. Ох, ну. Все, теперь фолыч можно. Да не, не хочу, спасибо. Да он после этого только в легчайшем положении будет. Я не знаю, у меня... Я после вот того, как он там, Лас-Вегас, не хочу. Или как он там назывался? Лежачим легчайшим записал. А, да? Да, забейте... Ну, читаю неправильно, я читаю, подумаешь. Тоже мне. Вот здесь мы все докрасили или нет? Здесь же опять непонятно ни хрена. Угу.
Вот игра дурацкая из-за того, что она вот это вот берет и каждый раз убирает. Ну, я имею в виду покраску. Шух-шух, шух-шух. А это они выгорели, типа, или что? Кам! Ох, и чат. Вот что у вас на уме. Бля, какая рыбовая. Полтеть. Почему рыба снаружи? Потому что для нее внутри места не нашлось. Еще будут вопросы? На уме только стримлер. Хорошо. Ну, у товарища модератора что-то другое. Надо мусор вывести, заказать. Как там это делается? Вот тут. Я слуги. Займ средств. Перекраска стены. Что? Я могу это заказать и не красить вручную? Что такое? Заказать грузовик с краской, чтобы освежить покраску на вашей станции? Здорово, здорово. Но это потом. Так, клиенту заправки. Там опять кто-то хочет определенное парковочное место. Надо пойти разобраться. Что за 500 бачей? Да. Полиция опять руинит. Самолетик. Вью. Доброй ночи, спасибо за стрим. Я домой поехал. Вам тоже спасибо, что пришли. Хорошей дороги. А что там с прожектором? Я понятия не имею. У меня нет прожектора. Мы сейчас тоже через 10 минутков, может, чуть меньше заканчивать будем. О, наконец. А, это крыша. Я думала, наконец-то можно снизу покрасить. Ага, сейчас вот. Ой, как плохо глазам сразу стало. Обалдеть, что такое яркое-то. Пип-пип-пип!
Так, тут работают. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, что надо делать? Красить. Да ну что там опять-то, господи! Задолбали! Пеп-пеп! Иди отсюда, иди уже, едь отсюда! Задолбала она бибикать, бибикает она, бибикает. Бибикай ты, бибикай, да сколько можно-то, уже невозможно это терпеть, господи боже. Бип, бип, бип-бип-бип. Чуть сюда, чтоб я тебя тут не видела больше на этой заправке никогда. Ох. Ох. Здравствуйте, вам машинку помыть, да? Угу. Трехочковый сможешь ей в мусорку закинуть. Я не знаю, как их закидывать. Но она пока не уезжает. Попробуем. Вот это я понимаю напор. Где мусорка? Блин, перелетела. Кто тебе разрешал? Опа! Видали? Как влетаю вошла. Все, тут и останешься. Давай, сиди. Вот и все. Будет бибикать, правда, теперь до скончания веков. Когда мы от нее далеко, мы ее и не слышим почти. Что там, колесики? Товар надо раскладывать. Все раскупили. Так, нужен табак. Мы посмотрим, что еще. Табак, шапки, мороженое. Ну и остальное по мелочи. Дяде мы долг никогда не отдадим. Да пошел он в жопу. Так, напитки там же тоже заканчиваются. Все, как всегда, вовремя отошел, закинули. Товарищ модератор, ну это уже просто, это уже... Ну это смешно. Ну в самом деле, вы отошли? Ну и все, закинули, конечно. Ну вот вы ничего не увидели, и вам ничего не покажу. Будете пересматривать стрим, ну либо не увидите никогда. Я все, я не буду, нет. Mm-mm. Уходит он вечно. Смотрите на него. Ох и да. О, игрушки появились. Е-е-е. Какие-то пончики. Пастыри. Чё? Сейчас будем еще игрушки покупать. Пересмотрю, пересмотрю. А пересматривать? Пересматривать.
А колесиков нет. Стоим, молодой человек, ждем. Что, пересмотрели уже, да? Уже, да, ну все, тогда можно выходить через главные ворота. Сидит она вон, видите? И ведь будет сидеть. Я ее не собираюсь вытаскивать. Возможно, после перезахода в игру она сама выгрузится, но это такое. Идеально вписалась. Не, она бибикает. Подождете, подождете. Знаете, у меня здесь 4 мусорки. Ну, как бы я могу и вас тоже вкинуть. Стойте тихо. Так, что мы там своровали? Картина с чем? Чем? С беседой? С беседкой? Да где вы там беседку увидели, алё? Нет там беседки никакой. А, ну да, на свету есть. Но она такая расплывчатая. Жесть. Постер какой-то. Они и постеры мои сняли. От гадости. А мы их продали. Я-то думала, что нам их подарили. Ну, простите, не то. Там мне плевать. Что я тут делаю? А что я делаю? Ну что ты делаю? Что у меня сбрасывается взлом? Ах ты гадость такая! Стой! Стой! А! Хитер! А что, он в самом низу не открывается? То есть куда-то надо вертеть. А, фига, у дяди задание было, я даже не видела. Я просто по зову сердца, знаете, пошла. Вот вначале непонятно же. В какую сторону оно будет вертеться? Вот мне непонятно. Да в смысле, там идеально было. Прощупывать? Ну я вроде щупаю, непонятно ничего.
Так, ну что? На сегодня тогда будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли. Спокойных вам ночей, приятных аппетитов, хороших вечеров. Всего хорошего. И увидимся с вами на следующем стриме или в следующей серии. Всем пока-пока.